Переславль-Залесский, или как его чаще называют, просто Переславль. Город Ярославской области, включенный в состав Золотого кольца России и расположенный на берегу Плещеева озера. Привлекает достаточно большое количество туристов, приезжающих в город на экскурсию. По статистике, данный город посещает около 300 тысяч человек в год. Здесь, на территории Переславльского музея-заповедника, находится часовня. Обязательно поднимитесь наверх, и с верхнего яруса, этажа, открывается вид на весь город. Именно отсюда у вас появится полное восприятие, впечатление о Переславле-Залесском. Что здесь есть? Поэтому это вот одна из первых главных, наверное, точек, куда вам нужно забраться. Но обязательно имейте в виду, что вход сюда не бесплатный, и весь комплексный обед, ну, то есть комплексное посещение, все билеты вам обойдутся в 500 рублей. Это посещение парка, территории, колокольни, музея. Переславль очень маленький городок. Его население всего 38 тысяч человек. И постепенно это количество уменьшается, так как молодые люди нередко решают переезжать в другие города покрупнее. Но хоть он и маленький, хоть из него и уезжают, он имеет очень богатую и насыщенную историю. Интересный факт, что он моложе Москвы всего на 5 лет. Он был основан в 1152 году князем Юрием Долгоруким, как будущая столица северо-восточной Руси. Тогда князь заложил на болотистой равнине огромный по тем временам город с длиной валов примерно 2,5 квадратных километра. Изначально название города звучало как Переяславль, в честь города Переяславль Русский, который сейчас именуется Переяславль Хмельницким и находится на территории Украины. Дополнение Залесский Переяславль получил из-за своего расположения. Он находится за лесами в Залесье, области полей и земледелия. После кончины князя Юрия Долгорукого Переяславль-Залесский потерял свои столичные функции, и его развитие было приостановлено. Но сам по себе город остался важнейшим из уделов, а в 1220 году именно здесь родился князь Александр Невский. Один из главных храмов, Успенский собор, сейчас закрыт. Он на реконструкции. Откроется он только 1 мая в следующем году. Еще ждать и ждать. И вообще, если честно, то здесь, конечно, так вот я хожу, смотрю. Очень много всего находится объектов культурного наследия. Находится в очень плачевном состоянии. Это, конечно, очень жалко. И из всех городов Золотого кольца, где я был, а я был во всех в городах Золотого кольца, Переславль-Залесский, мне кажется, находится в самом таком плачевненьком состоянии. Очень, конечно, красивые храмы, но, к сожалению, очень-очень все плачевненько, очень плачевненько. Вот даже там стоит сцена какая-то просто полураздолбанная, полуброшенная. Также какие-то вывески, входы, сами здания, все обшарпанное, ободранное. Современный Переяславль богат своими необычными музеями, которые не всегда можно найти в других городах. Музей-усадьба «Ботик Петра I» – это самый первый провинциальный музей России, созданный в 1803 году. Главный его образец – корабль, он же ботик, «Фортуна», который был изготовлен самим Петром I. Этот ботик – единственное сохранившееся судно такого типа. Я нахожусь на территории Никольского женского монастыря и попал на пятичасовой колокольный перезвон. Надеюсь, вам слышно. Здесь тоже, если посмотреть, Никольский
монастырь находится в состоянии реконструкции, стоят леса, и его история начинается еще с 14 века. Позже, в 17 веке, были построены колокольня и весь ансамбль, но потом, в 1934 году, здесь все было разрушено, взорвано, и только в 2005 году уже как бы привели в такой вид, который мы сейчас с вами наблюдаем. А вот это, пожалуй, самое знаковое место здесь, в Переславле. Это Спасо-Преображенский собор, который был заложен в 12 веке самим Юрием Долгоруким. И именно здесь, точнее, здесь крестили Александра Невского позже. А родился Александр Невский здесь, вот недалеко, в Княжьих палатах, 30 мая 1220 года. Вот так надо потрогать историю. Вот это действительно история. И здесь же, прямо перед собором, стоит памятник Александру Невскому. Помимо музеев, город вместил в себе и множество других достопримечательностей на открытом воздухе. Синий камень – загадочная глыба, которая использовалась в качестве ритуального объекта языческой Руси. В сухую погоду это обычный серый камень, а в дождливую он становится синим. Александровская гора – бывшее место поселения финно-угорского племени Меря. Считается, что здесь проходили языческие пляски и игрища. Пару слов про отель в Переславле. Я буду рекомендовать вам один единственный отель. Это «Азимут Переславль», так и называется. «Азимут» — это сеть. Несколько слов. Ну, для начала, это отель, который находится не в Переславле-Залесском. А точнее, он находится где-то в 20 минутах езды на машине. Но это его и плюс, на мой взгляд. Вы можете находиться здесь удаленно, как бы здесь большая территория, здесь есть чем заняться. Я вам расскажу про плюсы и минусы данного гостиничного комплекса. Ну, вообще, этот гостиничный комплекс, скажем, для такой русско-сельской местности очень классный. Здесь большая территория, здесь классные корпуса международного уровня, здесь можно погулять, здесь разные форматы номеров. То есть не просто как бы номера, но здесь есть обычные номера стандартные, здесь есть номера класса люкс, здесь есть коттеджи. Следующий момент и плюс этого гостиничного комплекса. Он находится не в самом Переславле, но он находится на пересечении дорог, и отсюда, в принципе, удобно добраться до основных таких культурных мест и до точек Золотого кольца. То есть Ярославль здесь 130 километров или 2 часа на машине. Здесь Ростов в часе езды, Углич 1,5 часа, Мышкин 2 часа. Здесь Сергиев Посад в часе езды. Москва, ну, в зависимости от пробок, 2,5-3 часа. То есть, ну, реально даже просто промотнуться на выходные очень прикольно. Рядом есть рыбное хозяйство. Я сам не рыбачил, ничего сказать не могу, но можно рыбачить. Это мне то, что сказали на ресепшене. Здесь есть спа-зона, термальная зона. Из минусов я не увидел бассейна и джакузи, потому что хорошее, мощное такое джакузи промассироваться, это, конечно, большой плюс. Есть здесь и спортзал. В принципе, есть все для нормальной жизни. И два ресторана. Значит, один ресторан типа шведского стола, где вы завтракаете, отличные завтраки. Ну и как бы ресторан, местная ихняя кухня. А теперь к минусам. Ребята, во-первых, здесь есть, как бы, понятно, детские зоны. С марта месяца здесь, в Ярославской области, закрыли детские зоны, и вы не можете, ну, несмотря на то, что в гостинице есть эта услуга, как бы, чтобы поиграли с детьми, аниматоры, но в гостинице вы сейчас не можете внутри отдать в детскую зону, потому что она закрыта просто-напросто. Поэтому дети всегда с вами, и уединиться вдвоем, как бы, посидеть у вас не получится, потому что всегда нужно, как бы, с детьми, чтобы дети были с вами. И еще что из минусов, и о чем меня не предупредили. Здесь несколько корпусов. Как бы, если вы снимаете коттедж, это отдельная история. Если вы снимаете номер, значит, здесь история следующая, что есть один
главный корпус, где номера класса полулюкс и люкс. Есть второй корпус, где номера класса стандарт. И он находится в 200-300 метров, получается, от главного корпуса. А все, что вы как бы будете делать, есть. Входить в термальную зону, бильярдная, кстати, бильярдная есть, термальная зона, завтраки. Это все в главном корпусе у вас происходит. Каждый раз, когда вы хотите, к примеру, пойти, значит, погреться в сауны, одеваемся, да, одеваемся, снаряжаемся, вот это вот маршрут. И есть рум-сервис, да, то есть заказать в номер что-то. Я хотел заказать, а мне говорят, а вы знаете, а мы в тот корпус не носим. То есть одевайтесь, будьте добры, пердольте как бы сюда. Это неудобно, и это надо, конечно, им озвучивать. Но они этих вещей не озвучивают.